Друзья, всем большой привет! Сегодня с вами хотел бы обсудить одну из моих самых любимых ПТСАО 10 уровня. Это объект 268, вариант 4. Поэтому присаживайтесь поудобнее, берите чаек, кофеек, и мы начинаем. Поехали! Объект 268, вариант 4 — это сверхбронированная тяжелая ПТСАО СССР на 10 уровне расположилась. Ветка прокачки выглядит вот таким образом. Видим, что у нас в принципе идут танки довольно интересные все по себе. Су-100 на 6 уровне — это вообще имба. Я не знаю, какая ПТшка на 6 левеле будет интереснее. Семерка, восьмерка и девятка в принципе уже довольно сильно приближают геймплею на десятке. Но десятка, она ни с чем не сравнима, потому что, друзья, этот танк не просто так называется ОМОН из-за его врывов. И если взвод из таких трех ПТ-шек едет на вас, то, скорее всего, друзья, вам будет очень-очень больно. Главное достоинство этого танка — это, конечно, его орудие. Видим, что у нас базовое бронепробитие 293 на бронебойных снарядах, альфа 650. Кумулятив тут вообще дурной, 360. Ну и фугас 90 мм. Разброс в базовой комплектации 0,42, время сведения 2,5 секунды. Глядя на орудие, мы с вами прекрасно понимаем, что машина вообще не для дальнего боя. Когда мы откроем с вами броню, мы поймем, что она точно не для дальнего боя. В остальном по мобильности видим, что у нас сверхмощный двигатель, хорошая удельная мощность на тонну, то есть 54 максималка, 20 назад. То есть машина крайне-крайне динамичная. По сборке сразу далеко ходить не будем. Я ставлю досылатель, турбина и противоосколочный подбой. Многие друзья меняют подбой на закалку. Я играл с подбоем, потому что раньше в боях было много артиллерии, сейчас ее нет. В принципе, можно спокойно ставить закалку, и будет вам счастье. В остальном на эту машину убирать турбину я не советую. Советую вообще поставить турбину помощнее, там боновую или трофейную, для того чтобы могли влетать еще быстрее, еще лучше. Потому что машина любит позицию, чтобы вы приехали, встали и как дот просто переносной. Кто не знает, что такое дот, это огромная такая бетонная конструкция, в которой стоит пулемет. Так вот, чтобы вы приехали, просто развалили кабины там всем подряд на своих ББшках, или если на кумулях там вообще страх, и уничтожали все подряд. Поэтому, в принципе, машина, она создана для ближнего боя, и вам нужно вкатывать как можно чаще со своими тяжами, но выбирать зоны, где ваши УВН, а УВН здесь минус 5, что очень-очень плохо, чтобы ваши УВН не мешали вам играть. В остальном машина максимально простая. Заехали, выписали леща, поехали дальше. Давайте сейчас с вами посмотрим коллижн, а дальше перейдем в бой. Поехали в коллижн. Коллижн модель этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас стык 350 мм, НЛД 236, но туда попасть еще надо, но очень маленькая. ВЛД 229, сюда тоже надо еще постараться попасть. Рубка ничем абсолютно не пробивается никак. Пробиваются дальномеры, там 125 и 145 мм, то есть сюда часто будет залетать. Есть зоны, где и 230, но в целом рубка очень-очень плотная, за исключением дальномера и вот этой комбашенки. В остальном корпус также очень хороший. Есть противоаккумулятивный экран на борте. То есть машина по броне, ну, сумасшедшая. Реально, врать не буду, она действительно сумасшедшая. Отбивает иногда сверхкрупные калибры на кумулятивах. Так что по броне тут говорить особо смысла нет. Она бронирована, если играть правильно, стараться закрывать пушкой, поднимая ее вверх и отворачивая корпус от противника, перекрывать дальномера, то вряд ли вас кто-то будет выцеливать. В остальном, все-таки, какая бы броня ни была, она имеет свои слабые зоны, часто выбивают катки в машине, выбивают вот здесь трансмиссию, она часто в лоб критуется, это тоже нужно иметь в виду, потому что двигатель и трансмиссия находятся спереди, то есть критовать движок вам будут довольно часто. В остальном, если вы к этому относитесь с пониманием, проблем, друзья, не будет. Поэтому по броне разобрались, поехали теперь посмотрим бой. Бой, друзья, у нас на карте Берлин. Сегодняшний герой с ником Taser007As наиграет огромное количество урона. То есть я выбрал бой показательный прям для этой машины. Видим, что у него на нем 3 отметки, что является крутым показателем, потому что машина популярная. Плюс у него есть значок ВБР, то есть игрок что-то да знает. Урона будет нанесено в этом бою реально больно для всех, кто будет этот урон получать. То есть много, больно. Реально, бой хороший, как я вижу по статистике. Сам я его, конечно, не смотрел, поэтому будем смотреть вместе с вами. По оборудованию у него боновый досылатель, боновая вентиляция и обычный турбонагнетатель. Играет с доп-пайком, поэтому давайте поехали, будем смотреть, что из этого получится. Изначально, как я полагаю, он будет ехать в ТТ-позицию. Бой у нас, кстати, встречный. Сам я на встречных боях немного покатал, но когда мы играли во взводе с моими друзьями, они плевались, пришлось это все отключать к чертовой матери. Да, едет он в ТТ-позицию.
Интересно, как видим, с Боновой абсолютно вентиляцией и обычной турбиной он едет 50 км в час, очень уверенно, машина крайне подвижная, она и без этого подвижная, но в таком прям ключе становится. На отстрел, я думал, он встанет, нет. Закружает сразу кумулятив, приехал первый, как видим, в эту позицию. Сводится, будет принимать. Так, С7 он пропускает. Засвечивается от него. Ну, благо, С7 здесь будет не единственный танк. Вот едут еще два парня. Не стал стрелять. О, выкатывается фош, выкатывается побратимчик. Дает фоша 550. С таким пробитием 360 мм. Кублем ему абсолютно наплевать, на них на всех будет. Главное, чтобы союзники не мешали. Скилловый CS у нас там стоит в окошко, машет ему рукой. Отдавил он танки противника своим просто вот этим подъездом резким. Потому что просто они, ну, не дадут ему нормально. Вернее, он им не даст нормально проехать. Дает в рубку 268. То есть с таким пробитием, с таким углом, то есть он без проблем смог выцелить вот эту часть рубки, которая имеет там приведенки 280 под 300 мм, учитывая, что у него 360, то есть пробить намного выше вероятности. Дает еще один выстрел, 756 в щеку, вылетает альфа. Буквально три выстрела, друзья, у него 1900 урона есть, 1430 заблокировано. Ну, как видим, машина реально способна наносить большое количество урона, поэтому давайте пока смотрим такой шикарный бой, будем рассуждать, кому это надо. Качать ли этот танк новичку? Я думаю, да, почему нет. Машина реально прощает много ошибок, имеет большой запас прочности и способна действительно наказывать многих игроков. То есть вы можете играть на стандартных снарядах, выкатываться и ломать кабины. Действительно, пробитие базовой ББшкой 293 при должном отношении с резервами эта машина может еще и фармить, потому что в целом альфа за выстрел высокая. И действительно можно неприятно делать. Дает шот по CS63, 570 альфа вылетает. Не самая высокая, но тем не менее. Видим, у него базовая альфа 650, тут вылетело 500, ну, то есть вообще заниженная печально. Счет у нас пока еще 2-2, то есть по хп они выигрывают. Нужно ему как-то продвигаться вперед, потому что стоять здесь весь бой смысла нет. Фаша бы добрать шотника, он мешает нам светиться. Но ему отсюда не позволяют подъехать, спокойно выцелить. Поэтому, друзья, кому эта машина нужна, вернемся к вопросу. Если вы новичок, ищите хорошее ПТ, можете не мучиться, не качать бедную Ягу, а взять, просто выкачать 268 и играть с ним. То есть тоже машина годная. ВЛД своему братану дает на 650. 690 даже. Получает еще один шот от СТ-шки. Неприятный. Перед ним стоит С7. В принципе, деда выцелить в маску будет довольно сложно. Но, тем не менее, нужно пытаться что-то с этим делать. Откатился он от своей позиции. Идет захват базы. Два танка стоят на захвате в центре карты. Что не есть хорошо. Видим, что бой развивается для него очень даже успешно. У него уже 4400 урона есть. Здесь дед подставляет щеку. Можно спокойно забрасывать. 557 в щеку. Держи, распишись. Как видим, размял он здесь противника абсолютно уверенно на своем ДПМе, благо тому, что он поставил боновый досылатель. Это сразу вас, скажем так, увеличивает в уроне очень сильно, потому что, ну, действительно у вас пушка, перезарядка будет в районе там 9 секунд, 9 с копейками. Это очень круто. Плюс боновая вентиляция. Ждет он здесь СТ-шечку. Так, не торопится. Хочет помочь своему чифтейну. Фиф потихоньку разминает и сам. Дает шот по CS на 642. То есть, как видим, машина, в принципе, с конечной своей точностью способна настреливать урон. То есть на средней ближней дистанции без каких-либо проблем. Потому что, ну, реально танк годный. Имеет классную, как я уже говорил, подвижность. И, в принципе, новичкам его тоже можно прокачивать. Машина реально получилась очень сильная. Поначалу, когда она вышла, до того, как ее немного поднерфили, это вообще была имба сумасшедшая. Но, честно говоря, с полевой модернизацией, со всем, что сегодня в клиенте у нас есть, с этими боновыми и трофейными оборудками, можно ее сделать такой же, как она и была до нерфа. Поэтому, друзья, танк на сегодня сильный, придется немного пострадать на СУ-101, я думаю, на 8 уровне, она не сильно там прям крутая тачка. Но в остальном, с девятки уже начиная, когда на девятку ставите топовую пушку, просто ездите с тяжами, не стойте в кустах, это вообще не та ветка. Начиная с СУ-100, чтобы стоять в кустах. Это машины прорыва, то есть которые должны ехать с тяжелыми танками, у которых есть броня. Да, там 7-8 уровень броня не эталонная, но тем не менее она есть.
Здесь ему вообще повезло, стоит, спокойно отдыхает S4. У меня, кстати, друзья, не знаю, как у вас, вы заметили, очень много ботов. Ну, то есть вот таких вот игроков, которые стоят в бою. Если так, напишите об этом. И, кстати, если вы впервые на канале, поставьте этому видео, пожалуйста, лайк. Напишите какой-либо комментарий, как вам бой, то есть все что угодно. Я на все комменты отвечаю, поэтому буду... Скажем так, будет мне любопытно почитать, что вы мне напишите. Разминает он S4 здесь, халявные 2000 урона. Просто вот на ровном месте закрывает собой его, чтобы не выцеливали союзники. Там сзади сотка катается. Счет у нас 9-8, 9-9. Так, а ну-ка доберет он, хватит ему альфа. Дает с поджогом по СУ-4, но тут с огнетушителем у нас оказался. Ну, не стал его добирать, правильно, в принципе, зачем 19 хп у него забирать. 8850 урона уже в копилке имеется. По снарядам у него осталось 3 ББшки, 6 кумулей и 5 фугасов. Ну, фугасы, в принципе, на этой машине используют только по арте. Ее в этом бою нет. Так что особо париться не приходится. Светится СТ-шка, которую он размял морду два раза. Причем очень больно. Ну, я так понимаю, он будет ехать в центр. Нет. Да, все-таки в центр. Так что давайте подобьем итог, пока они здесь занимаются тем, что выигрывают этот бой. Кому эта машина все-таки нужна? Если нужна хорошая ПТСАУ, опять же, многие качают там первым танком Jagdpanzer E100. Я сам был таким игроком, но тогда не было ОМОНа. Jagdpanzer E100 я не могу назвать плохой машиной. Она бронированная, с классным орудием, большой альфой, то есть 1000 за выстрел давать очень приятно. Я это сам прекрасно понимаю. Но она медленная. Здесь же абсолютная противоположность. Здесь хороший альфа-страйк. Хорошая динамика, хорошая броня. То есть это как Яга Е100 с порезанным уроном, но только с хорошим двигателем от среднего танка. Поэтому, если любите врывы, любите ближний бой, эта машина точно для вас. Это реальный рыцарь, который может в ближнем бою разносить все в пух и прах. Поэтому я рекомендую эту машину для ознакомления обязательно брать, качать. Десятка будет годная. Думаю, многие из вас эту машину имеют у себя в ангаре, потому что... Она, когда вышла, реально навела хорошего шороху, все ее хотели. Блогеры многие взводами катались по три машины. Это реально ты на трех тачках таких влетаешь и выносишь просто весь фланг. Потому что, ну представьте, три танка, которые стреляют по 650, это сразу любая девятка, восьмерка отправляется в ангар по фокусу. Если десятка, она остается шотно или на два выстрела. Ну то есть очень сильная машина, ну, которая реально способна настреливать большое количество урона. Тараном добирает своего братика. Танк побратим, кто-то мне, помню, писал, давно такого не слышал. Дает по хэвику 600 ББшкой. Быстро переключается между снарядами, то есть видно, что игрок максимально скилловый. Прокачан у него навык интуиция. 100% у него здесь очень достойный экипаж. Остается шотный хэвик, дает ему гуслю, чтобы сблизиться с ним. Хэвик его пробивает, может его добить, нет. Все-таки танкует он хэвик. Отворачивает от него борщ, чтобы тот разрядился. И все-таки нет, умирает он от хэвика. Я думаю, союзники доберут. Вот такой вот, друзья, получился бой. 10200 урона, 2610 натанковано. По заблокированному урону это не эталон. Есть бои, где эти танки и по 8, и по 9000 танкуют. Так что здесь я выбирал именно по урону. Поэтому, если вам этот бой понравился и вам интересна эта машина, надеюсь, я на ваш вопрос ответил, нужна ли она вам. Если так, палец вверх, подписка и до новых встреч. Пока-пока.